Начальник отдела транспорта и связи администрации Бийска задержан. Его подозревают в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый в декабре 2015 года организовал изготовление подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд, на основании которых со счета предприятия были перечислены на счет подконтрольного ему лица денежные средства МУП города Бийска ГТД-центр в сумме более 700 тысяч рублей. Часть денежных средств в сумме 600 тысяч рублей впоследствии были переданы чиновнику. Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время решается вопрос об избрании Дмитрию Брызгалову меры пресечения.